горишь как огонь, я. У меня агония. Это любовь или это паранойя? Ля-ля-ля. Ты горишь как огонь, я. Сергей Александрович Есенин, русский поэт, родился 21 сентября 1895 года в Рязанской губернии. Образование в биографии Есенина было получено в местном земском училище, затем в церковной школе. В 1913 году поступил в городской народный университет Шанявского в Москве. Впервые стихотворения Есенина были опубликованы в 1914 году. В Петрограде свои стихи Есенин читает новокрестьянским поэтам, сам увлекается этим направлением. После публикации первых сборников «Радуницы» в биографии Сергея Есенина получена известность. В 1918-1920 годах увлекается имажинизмом. После знакомства с Айседорой Дункан в 1921 году вскоре женится. До этого жил с А.Р. из Рядновой, имел с ней сына Юрия, З.Н. Райх, сын Константин, дочь Татьяна, Н. Вальпиной, сын Александр. После свадьбы с Дункан путешествовал по Европе, США, а по возвращению пара распалась. Сохранилось несколько фото Есенина с Айседорой. В дальнейшем творчестве Есенина очень критично были описаны российские лидеры, 1925, «Страна негодяев». В этом же году в жизни Есенина выходит издание «Русь советская». Осенью 1925 года поэт женится на внучке Л. Толстого, Софье Андреевне. Депрессия, алкогольная зависимость, давление властей послужило причиной того, что новая жена поместила Сергея в психоневрологическую больницу. Затем в биографии Есенина произошел побег в Ленинград. Вскоре после этого наступила смерть Есенина, его тело нашли повешенным в гостинице. В лирике Есенин мог психологически подойти к описанию пейзажей. Еще одной темой поэзии Есенина является крестьянская Русь, любовь к которой чувствуется во многих его произведениях.